Всем привет из Петербурга. Мы находимся на Дворцовой площади. Настроение отличное. Идем сейчас в Эрмитажный театр. Ой, это что-то не то. Это наш Ижевский Петербург. Я вам уверяю, она сидит вот здесь рядом. Вот ее плечо. Папа взял настоящий военный бинокль, чтобы следить за действиями. Военно-полевой. Военно-полевой, да? А почему он не бинокль, а монокль? Я одну часть продал. И он мне бесплатно вышелся. Постановка. Веки ты поднял? Да. Очень хорошая, да, ведь?